Друзья, сегодня мы с вами разбираем Крыгина Вокс, который набор для сиорфинга. Такая машинка смешная. Чтобы стать супер серф герл, не обязательно иметь какие-то особые навыки. Нужен мистер Кот. Коробочку сразу разбирать тебе надо, да? Чтобы стать супер серф герл, вам нужно красивый гидрик. Вот я, видите, в каком красивом гидрокостюме. Доску вам покупать не обязательно. Доску вам дадут, это потом. А вот то, что действительно важно, это огромное количество солнцезащитных средств, уходовых средств, восстанавливающих средств, которые помогут вам сохранить кожу красивой. Не могли бы опустить? И чтобы... Да, мистер Кот, ну что такое? Мистер Кот просто очень ждет, что я сейчас начну шуршать коробочкой. В общем, первый продукт полноразмерный был у нас в этой коробке. Это фикси-спрей, наш суперстар Крыгина Косметикс. Спрей увлажняющий, фиксирующий макияж. Без которого, ой, даже не знаю, как сиорфингом заниматься. Это самое мое любимое средство для увлажнения кожи и для того, чтобы ее освежить. Кожа такая становится прямо гладенькая, бархатная. Что очень круто, вы фикси-спрей можете использовать как полноценное увлажняющее средство, просто нанести его много. В том числе и на кожу, если хотите освежиться в течение дня или увлажнить кожу. Когда вот очень жарко, я не хочу ощущать крем на себе, я наношу фикси-спрей, и мне его вообще достаточно. А еще вы можете использовать фикси-спрей для увлажнения волос. Вот на кончики наносить, он очень круто увлажняет. Следующий у нас продукт, это Marvis. Это маленькая зубная паста отбеливающая. Очень мягкое отбеливание, полноразмерно она выглядит вот так. Такой немного винтажной упаковки. В общем, это маленькая зубная паста, которая прыгнет к вам в косметичку. На случай, если вы путешествуете. Ну и плюс, какая серф герл без белоснежной улыбки и горящих глаз? Никакая. Плюс у этой зубной пасты в том, что она очень мягкая, то есть у нее такие мелкие-мелкие-мелкие шлифующие частички, и она вот такая прям как затирочка. Очень мягко отбеливает, не царапая эмаль, не повреждая ее, и очень приятный у нее мятный вкус. Биодерма, миниатюрочка фотодерм, это солнцезащитная линейка Биодерма, здесь SPF 30. Полноразмерно она выглядит вот так, это матирующая эмульсия для тех, у кого очень жирная кожа, или у кого от солнцезащитных жирных средств начинается воспаление, акне и забиваются поры. Вот это как раз таки для вас. У Биодерма защита от лучей группы А, группы Б, плюс запатентованный комплекс клеточная биозащита, который защищает кожу от ультрафиолета, и себорегулирующий комплекс, о котором я уже сказала, который регулирует выработку себума и контролирует вот это как раз таки выделение кожного жира. Мне нравится, что не оставляет белых следов никаких, и в целом как увлажняющий крем ежедневный может быть использован даже в городе, не обязательно для серфинга. Следующий продукт у нас в коробочке, это CC-крем Herbarian на лето. Ну, офигенное мое любимое средство. У меня сейчас нанесен этот CC-крем, причем это уже оттенок Клер. Я всеми руками, ногами, волосами за то, чтобы наносить CC-крем перед серфингом и перед любыми другими спортивными мероприятиями. Потому что это продукт, который не забивает поры вообще. У него SPF-фактор, который защищает кожу. Он увлажняет хорошо кожу и защищает ее от обезвоживания. При этом ровный, красивый, сияющий цвет лица, он всем нужен. Я каждое утро бегаю 10 километров свои, и каждое утро наношу этот CC-крем и бегаю с ним. Во-первых, потому что он кожу мне защищает. Во-вторых, потому что мне самой приятно, что я бегу, а кожа у меня красивая и светится. И когда я еду кататься на вейксерфе, у меня тоже всегда CC-крем на лице. Причем этот же оттенок Клер, это самый светлый, но при этом вот мне он как раз, он очень классно адаптируется под вашу кожу, и от него еще очень красивый вот этот блеск. То есть, если BB-крем Herbarian, он чуть более матовый, то CC-крем, он именно такое прям здоровое сияние и наносится вот ну просто как крем. Вы 100% справитесь. В общем, здесь миниатюрка, которую я тоже положу с собой в косметичку, и она будет со мной везде кататься. Далее идем Clinique. Это гель для зоны вокруг глаз увлажняющий. Полноразмерно он выглядит вот так. Миниатюрка красивая в коробочке. Вот в таком вот тюбичке. Это очень легкий гель, при этом там три вида гиалуроновой кислоты, которые увлажняют кожу на разных слоях, одни на поверхности, другие глубже. И почему это важно? Когда вы тусите на доске, вы без очков, и на эту зону необходимо наносить дополнительное увлажнение, потому что эта кожа очень быстро подвергается воздействию ультрафиолета, даже в пасмурную погоду, и начинает терять влагу, а после этого закладываются морщинки. Важно не допустить этого и увлажнять очень хорошо. Поэтому и перед вейком, любым другим спортом на открытом воздухе, если вы без очков, обязательно наносите
увлажняющий гель на подглазное пространство и вот сюда на косточку. И после того, как вы позанимались, умылись или побарахтались в воде, тоже наносите обязательно увлажнение. Вот у меня, например, такой гель. У меня есть маленькая косметичка, которую я беру с собой в катер. Я когда уже точно закончила все свои катания, вот я достаю эту косметичку, пока мы едем до станции, я там намазываю, значит, на себя одно, второе, попшикаю, чтобы кожа увлажнилась, потому что вот тот момент, когда кожа сама высыхает после воды речной, она очень потом сильно сохнет. И лучше сразу нанести увлажнение, чтобы она не обезвоживалась. Поэтому очень рекомендую. Дальше. Волосы красивые кому? Мне, вам и всем. Я, как амбассадор Оси 2 года назад, очень рада представить вам полноразмерное масло для волос. Оно классное. Когда я в океане барахталась, если бы не 3-минутная маска Оси, и тогда мне масло вообще, его еще даже в продаже не было, мне его выдавали, у меня волосы, наверное, точно отвалились. Потому что я не из тех, кто прячется от солнца. Я люблю солнце. Я очень люблю, когда волосы выгорают, вы знаете. Я обожаю этот цвет, который получается. И, конечно же, волосы очень сохнут, портятся от солнца. Поэтому масло литрами на себя. Если вы шуруете на пляж или едете кататься на серфе, обязательно нанесите достаточно бодро на вот эту вот часть длины. Здесь волосы не так сохнут, а кончики, им вот эта вода реально будет вредна. То, что вы будете бултыхаться там в этой воде, а потом она у вас еще на волосах высохнет, пока вы до дома доедете, волосы будут достаточно сильно высыхать и повреждаться. Наносите масло перед каталкой, перед. А вот по поводу Оси, отдельная тема. Именно благодаря Оси я встала на доску, и это был супер челлендж для меня, моих волос, моей кожи и моей вообще нервной системы. Это были несколько дней в Португалии, они меня так встряхнули. Я на всю жизнь свою запомню, как я первый раз на этой доске проехала, доехала до пляжа и вышла с нее на песок. Огромная, конечно, благодарность бренду за то, что доверили мне представлять бренд своей шевелюрой. Классная философия внутри бренда, она очень фановая, она очень какая-то драйвовая, и она очень мне близка. Короче, highly recommend. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы для меня тогда сделали. Дальше мы идем. Очень хороший travel size. Это Clarins. Очищающий гель для лица. Это линейка My Clarins для молодой кожи. Очень он приятный. Полноразмерно он выглядит вот так. Я вам его уже как-то показывала. Это очень легкий гель с очень хорошим вспенивающим эффектом. И он мягко-мягко-мягко очищает, при этом отмывает все. В том числе и, например, вот такой CC-крем. Он очень хорошо смывает, то есть не обязательно делать дополнительный демакияж. Я бы назвала этот продукт балансирующим, потому что с ним кожа очень сильно и заметно приближается к нормальной. То есть на жирных участках регулируется себум, на сухих участках увлажнение. И она становится какая-то такая менее капризная. Плюс этот гель нейтрализует высушивающее действие проточной воды и речной. Этот гель подходит даже для самой-самой-самой нежной кожи. Еще он очень приятно пахнет. Итак, что еще нужно для того, чтобы стать идеальной серф-герл? Нужна идеальная гладкая кожа. Восковые полоски, полноразмерные. Сейчас вся наша жизнь с чаем матча, и вот даже восковые полоски, они тоже с чаем матча, чтобы успокаивающее действие и противовоспалительное зеленый чай оказывал на вашу кожу. У них очень простое применение. Берете салфеточку, растираете ее хорошенько, разделяете, прилепляете, отдираете. Вы можете ее разрезать и использовать на каких-то мелких участках, это тоже очень удобно. Плюс этих восковых полосок, они не оставляют раздражения после себя. Здесь есть дополнительная пост-салфеточки. Ну и эффект депиляции, он очень мягкий, когда оно все обратно отрастает, оно отрастает очень-очень мягкое. Далее, Noreva, это миниатюрка крема для тела, липидовосстанавливающего, потому что вот это тоже очень важно, липидный ваш слой. Полноразмерно он выглядит вот так, у меня уже он прям совсем почти закончился. Это такой очень интенсивный уход для сухой кожи, для топичной, для склонной к всяким там вот этим крапивницам, воспалениям. И как раз таки, если у кого-то от депиляции появляются красные точки, тоже туда же. Он хорошо зуд успокаивает, заживляет ранки. При этом он не жирный и быстро впитывается, не оставляет ощущения пленки после себя. Вот я как раз таки после катания, когда уже выхожу на берег, мне надо быстренько его на себя намазать, потому что кожа очень сильно у меня сохнет. Я вообще не могу ничем не намазаться после воды. И он действительно такой прям хороший барьер создает, и кожа менее реагирующая, менее восприимчивая. Я в силу работы своей все время с какой-то химией вожусь, у меня кожа быстро реагирует,
для меня продукты для атопичной кожи, они прям супер важны. Здесь маленькая миниатюрка, на раз вам хватит, но я вам рекомендую прям сразу покупать большой. Он и для тела, и для лица очень даже. Шампунька. Маленький, но концентрированный шампунь Фраше. Концентрированный шампунь очень хорошая штука, потому что его совсем немножко надо, он супер круто вспенивается. То есть вы его берете вообще чуть-чуть, наносите на мокрые волосы и только воду добавляете и вспениваете, вспениваете, вспениваете. Здесь 100 мл, даже можете в ручной клади провести. Он очень натуральный, 98% натуральных компонентов, при этом очень хорошо отмывает. Волосы от него получаются такие легкие очень и очень рассыпчатые. Плюс у него очень вкусный, очень свежий травянистый аромат. Следующий продукт у нас тоже полноразмерный. Это Леврана солнцезащитное молочко с SPF 20 для лица и тела с календулой. Защищает от лучей группы А, группы Б. Оно прям мягкое-мягкое-мягкое, создающее экран. Если вы на очень сильном солнце, вы можете даже прям сильно наносить и вот эти белые следы оставлять, чтобы они экраном отражали солнечный свет. Оно быстренько достаточно впитывается. Плюс в составе полно натуральных масел, которые хорошо увлажняют кожу и способствуют естественному равномерному загару. Ежедневно очень важно наносить SPF. А летом SPF вообще много не бывает. Хоть все продукты с SPF наносите, это будет намного лучше. Индола солевой спрей. Очень классный спрей для придания объема и для того, чтобы сделать текстуру. Я с ним волосы сушу очень часто, у меня он полноразмерный вот такой. В последнее время часто его прыскаю на корни, чтобы они немножко были более объемные, объем хорошо держался. Потому что летом объем не держится так хорошо, жарко, волосы быстро повисают, как сосульки. Солевой спрей – это супер средство для того, чтобы сохранить объем и сделать красивую текстуру. Но если говорить про быстрые укладки после серфинга, то вообще лучшее средство, чем солевой спрей, не бывает. Потому что когда вы там болтыхаетесь, вы можете даже не пытаться никаким образом сохранить свою укладку. На серф-станциях-то никто голову не моет. Переоделся, да пошел дальше тусоваться. Волосы как-то сами естественным образом высыхают. Пока они еще влажные, вы их отожмите полотенцем, вы нанесите на них солевой спрей и просто вот так вот поделайте. У вас появится такая очень легкая текстурка. Beach Waves, так называемый, но очень-очень-очень легкий. У него прям оптимальное количество соли. Волосы остаются подвижные. Там есть фиксирующие компоненты, которые хорошо могут помочь укладке, например, даже если вы хвостик собираете, подубрать немножко. Пуховой волос тоже можно с помощью солевого спрея. И если вы летом завиваете волосы, конечно же, в жару ваши локоны ни чертульки не продержатся, поэтому сразу спрыскивайте их солевым спреем вниз головой, встряхивайте все это дело, делайте вот так и ходите с серф-текстурой волосы подружки-серфера. Почему это называется подружка-серфера, интересно? Если девочки сами серферы. Далее идем. Маска Холика-Холика и их знаменитый алоэ-гель. Очень хорошо восстанавливает кожу после солнца, вообще очень важно, и при этом очень хорошо сохраняет влагу, расправляет ее просто, вот как будто бы кожа пьет. Очень удобный формат, во время отпуска в принципе незаменимо, если вы тусуетесь на солнце. Я вам рекомендую и сам алоэ гель, вот эту бутылку, просто себе в Холика-Холика приобрести и намазывать. А на лицо можно наносить вот такую алоэ маску, это удобнее. После применения смывать маску не нужно, наоборот, оставьте ее на лице. Вот видите, она в принципе как увлажняющий гель будет работать. Ну и плюс это алоэ, такое ощущение прохлады, такое прямо... Особенно вы оцените, если вы на солнце подгорели. Нет лучшего продукта, чем алоэ гель для подгоревшей кожи. Следующий продукт это Либридерм солнцезащитный крем SPF 30 для лица и декольте. Ну и шеи, соответственно. Крем водостойкий, также защищает от лучей группы А и группы Б. Очень удобный формат, легкий, нежная эмульсия, как йогурт. Она очень быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. Наносите обязательно не только на лицо, шею, декольте, на ушки. Вот здесь очень часто сгорает, потому что с хвостиком идете, шея сзади открытая, не видите. Он достаточно хорошо сопротивляется в воде, но, конечно, если вы будете болтыхаться на серфе, то регулярно старайтесь обновлять. Как минимум перед серфингом надо нанести его минут за 30, достаточно плотненько, чтобы он хорошо впитался. И после того, как вы уже накупаетесь, накатаетесь, тоже нанести его еще раз. Здесь 50 мл, это полноразмерный продукт, очень удобно, если вы соберетесь какой-нибудь быстрой путешествие куда-нибудь в Сочи, можно даже с ручной кладью
прокатиться с этим кремом. И вот для тех, кто любит сразу быть загорелой, это еще один продукт из Бронзиады. Это салфеточка для быстрого автозагара. Очень удобно для ног, потому что ноги долго загорают, и когда ты гидрик надеваешь, хочется ножки открытые, но они пока еще бледненькие. Поэтому можно за день намазаться автозагаром и сразу быть с красивыми загорелыми ногами. Салфетки также подходят для лица, шеи, декольте, очень удобно и очень быстро проявляется, буквально часа за 3 полностью проявляется автозагар. Кожу предварительно необходимо отшелушить, кожа должна быть хорошо увлажненная, поэтому за пару дней до использования автозагара обязательно скраб и хорошее, очень хорошее увлажнение. Кое-что у нас здесь есть для настроения, это парные ароматы Нарцисса Родригес, чтобы атмосфера была. Парочка ароматов для летнего такого солнечного настроения. Аромат, конечно, дело индивидуальное, только через тестирование. Поэтому попробуйте. Когда сразу два аромата, это особенно удобно. А еще у них очень красивые флаконы в полноразмерных вариантах. Этот как будто там молочко, а здесь как будто какой-то очень нежный йогурт. Красиво даже просто, чтобы дома стояло как объект. Прям, ну, очень красивые флаконы. Дальше идем. Еще один полноразмерный продукт. Это скраб для тела. Это Минко. Скраб антицеллюлитный, естественно. Это натуральный скраб. Он содержит частички миндальной скорлупы, которые отшелушивают кожу, обновляют ее. Кстати, хорошо подготавливают к любым автозагарам. И помимо этого, здесь экстракт имбиря и красного перца, который стимулирует обмен веществ в тканях и жиросжигающее и выводящее воду действие оказывают. Плюс очень хорошо, благодаря этому выравнивается текстура кожи, она становится более гладкой, более ровной. Можно наносить на сухую кожу, можно на влажную. На сухую кожу более выраженный такой шлифующий эффект, на влажную кожу помягче получается. Главное, не ленитесь и помассируйте, особенно в проблемных зонах, прям хорошенечко помассируйте руками, очень полезно. Это не только массаж для проблемных зон, но и массаж для ладоней. А здесь у нас, знаете, весь организм. Массаж ладоней тоже полезен. Так что скраб, он не только на проблемные зоны оказывает действие, но и на ваши ручки. Единственное, что здесь важно, сухими руками залезать в банку или доставать шпателем, чтобы от воды на ваших руках компоненты не растворялись. Дальше идем. Солисбокс, очень классная штука. Это маска, шапочка для ваших волос. Очень быстрое экспресс-средство. Маска с органовым маслом, очень хорошо восстанавливающая кожу головы и очень быстро устраняющая сухость волос после каталок, солнца, загара, серфинга и вообще любой активности на открытом солнце. Это супер общее средство для того, чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии. Здесь интенсивный бальзам и специальная шапочка, которая этот бальзам заставляет особенно эффективно воздействовать на ваши волосы. Принцип очень простой. Намазываете бальзам как маску на волосы, надеваете шапочку, через 10-15 минут снимаете и все смываете. Прям спа для волос в домашних условиях получается. Как человек, у которого волосы очень быстро сохнут, знаю, о чем говорю. Здесь у нас еще небольшие бонусы от Herbarian. Здесь Bamboo Waterlock. Это очень классная маска. Очень насыщает кожу влагой. Прям, ну, я про нее не раз рассказывала. Клевая. И Bamboo Glow. Это очень-очень легкий гель, увлажняющий для кожи. С как раз-таки сияющим эффектом. Там легкая россыпь светоотражающих частиц. На лето прямо вообще супер. Еще здесь коробочка на Крагина Косметикс, для того, чтобы вам было куда положить колечки и всякие маленькие штучки, когда вы катаетесь на серфе. Все это снимайте, потому что вы это просто все потеряете. Эта коробочка вообще для конкретов, но она супер удобная для того, чтобы маленькие все свои цацки туда складывать. Невидимки, ватные палочки, шпильки, маленькие сережки, маленькие колечки, иголки, булавки. Попробуйте, очень удобно. Так, здесь у нас еще был промокод на скидку, который, конечно же, уже не действует, потому что коробка достаточно давно вышла, но вы приходите на Анкер, у вас будет вот такой красивый гидрокостюм и такая же красивая Жо. В общем, приходите к моим друзьям за гидриками, потому что они у них самые классные. Там всякие еще доски. Вообще, если у вас какие-то есть вопросы по серфингу в Анкер Компании, задавайте. Вам ребята все расскажут, потому что они настоящие трусерферы. Досочку беру, гидрик натягиваю, и я поехала. В общем, желаю вам активного лета, классного, наслаждайтесь каждым моментом. Всех целую и всем пока. We'll be right back.